Победы! Вечная слава героям и бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои, те, кто погиб, павших, вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горе вспомним своих, это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Вот тут все это гынча, то усюсял, то он без. А водой тутун улу серитигер сырдыктын нарын талукур бут сакахирин боюн олаттаргар алтавонтан таксадыгынча тылга өлбүттер сырдыгаттаргар аныбыт сүрактын тебитин мақталбыт белиетин Сибекки жөрбөтүн бүгүн кыайы күнө бүгүн эки күнбүт өлбүттер эки баргадылыгы бары эдерги бары
Якутия потеряла в 1941-1945 годах в тылу 65 256 человек. Не ставили и пока не ставят еще памятники все. Улу севидин саллахтара, севидин бетелеллере, көйіні үледе туамсы, түн бетелеллере, сақайын бары, олық тоқтыро, бар жон бары, севиде кирой дуб оқтылыптар, түнде өлбіттер, Уаттан сәби, бары сенді бәлін, сүрді қаттардар. Керестемін мүліде ананар. Внимание! Солдаты Великой Отечественной, труженики тыла, якутяне, все, кто живые, в памяти павших в боях, замученных в концлагерях, в памяти всех павших объявляется минута молчания. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, гордость держите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Thank you.
Алба Аргар, через кабин, сели дома, саволана. Начинается торжественная церемония возложения цветов к монументу павшим воинам египтянам в Великой Отечественной войне. Память героям Гродно и героям Крыма, землякам погибшим на полях сражений Второй мировой войны, умершим в бою Боснии годы, замученным в концентрационных лагерях и безвестно пропавшим, всем тем, кто не дожил до этого светлого дня, дня Великой Победы, цветы возлагали, глава республики Санкт-Петербурга, Александр Сергеевич Николаев. Ветераны Крыма и труда Галина Ипполитовна Наумова и Юлия Васильевна Кондратьева. Почетный председатель ветеранов республики Саха-Якутия, кавалер ордена «Полярная звезда дружбы народов» Слепцов Будимир Дмитриевич. Братом, тем, кто в земле покоится родной, тем, кто вставал над человечьим страхом, когда страна посылала бой, мы головы склоняем перед теми, кто свой покой нашел в последний год, который год отсчитывает время, посмертный срок им, а они живут. Они живут, покуда наша память хранит слова, лица, имена. Горит, горит негаснущее пламя, что в память тех людей зажгла страна. Так пусть же наша память не померкнет. Все, все они для Родины бессмертны. Живые цветы возлагают главный федеральный инспектор по республике Саха-Якутия Евгений Владимирович Корнеев, председатель Верховного суда республики Саха-Якутия Любовь Егоровна Летучка, архиепископ якутский и ленский Владыка Роман, начальник управления Федеральной службы безопасности России по республике Саха-Якутия Сергей Сергеевич Бобровников, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Саха-Якутия Виталий Викторович Кондратенко, министр внутренних дел по республике Саха-Якутия Владимир Николаевич Прокопенко, начальник управления Росгвардии по республике Саха-Якутия Сергей Геннадьевич Черещев, начальник главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия Павел Сергеевич Гарин, исполняющий обязанности прокурора Республики Саха-Якутия Сергей Анатольевич Губин, руководитель управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Александр Александрович
Бунхана, временно исполняющий обязанности руководителя главного судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике Саха-Якутия Александр Александрович Рогалев, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по республике Саха-Якутия Василий Васильевич Седрицев. Подножию монумента воинам-победителям цветы возлагают первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Георгий Николаевич Михайлов, первый заместитель председателя Государственного собрания Тюркумен Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Жирков, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников, заместитель председателя Государственного собрания Тюркумен Республики Саха-Якутия Антонина Афанасьевна Григорьева, заместитель председателя Государственного собрания Тюркумен Республики Саха-Якутия Виктор Николаевич Губарев, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балахина, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Михаил Викторович Никифоров, глава городского округа город Якутск Евгений Николаевич Григорьев, председатель Якутской городской думы Альберт Николаевич Семенов. Цветы возлагают ветераны тыла, ветераны боевых действий, члены правительства Республики Саха-Якутия, народные депутаты Республики Саха-Якутия, руководители территориальных органов федеральной исполнительной власти по Республике Саха-Якутия, администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, организаций и ведомств Республики Саха-Якутия, депутаты Якутской городской думы, Якутия и города Якутска, политические партии, общественные организации, молодежь города Якутска. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Эмис эй, ой, дуга, 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 д
Ortuk sürdünü, sılastık sanırım.